пусковой комплекс, он является первым пусковым комплексом строительства Александровского водозабора. В него входит строительство станции обезжиреживания, строительство водоводов по этой станции и строительство насосной. По проекту было выбрано именно строительство вот этой станции, которая будет это железо очищать, вода будет очищаться от железа именно вот этим технологическим комплексом. По проектным данным, это очень эффективное оборудование, которое будет полностью очищать воду от примеси железа. Таким образом, горожане получат чистую воду. Вода после промывки фильтров, насыщенная железом, по уже проложенным коммуникациям попадает вот в эту накопительную емкость на 600 кубов. Здесь оно оседает еще раз и насосом подается на иловые карты, которые тоже уже построены у нас. Затем через дренажные трубы вода опять будет уходить как ливневые истоки, а железо, оставшееся, будет утилизироваться как четвертый класс отходов. Подрядчик идет немножко с опережением, то есть он уже установил оборудование водоподготовки, и в дальнейшем сейчас планируются работы по подключению газового оборудования.